Да, заповядайте только. Да. Да. Здравейте на всички. Псалом 122, стих 1 казва: «Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен, и ние се радваме да бъдем с вас в Божия дом». Я немножко это отвлекся. Псалом номер 122. С радостью буду входить в дом Господень. Я рад приветствовать вас. Да, и ние се радуем да бъдем с вас. Хвалението беше чудесно. Да, мы радуемся быть с вами. Прославление у вас чудесное. Да, атмосферата беше страхотна, если заслужаваш да дойдем. Атмосфера была прекрасная и заслуживает того, чтобы нам здесь быть. Това е моята съпруга. Это моя супруга. Някъде около преди 2 години. Где-то два года тому назад. Мы встретились с ней в Одессе. Мы встретились первый раз в Одессе. Извиняюсь, тут одесситы, поэтому. Да, да. И служенихме, и Бог не благослови с чудесен сын. Още веднъж. Ние се оженихме. Они женились, у них родился вот этот прекрасный сын. И ние благодарим на Бога за неговата милост, за нашия син. Мы благодарим Бога за Божью милость, за сына. Да, и искаме да благодарим на Бога и за вашия пастор. Хотим поблагодарить Бога за вашего пастора. Имахме нужда някой да ни привежда на сватбата, тъй като имахме рускоговорящи гости, роднините на моята съпруга. На нашей свадьбе у нас была нужда переводить с болгарского, потому что были русскоязычные гости. И... Да, и когато в църквата на богослужението, когато се женихме, имахме нужда от преводача, вашия пастор откликна и сме благодарни на Бога. Вот, прямо в церкви была нужда в переводчике, и ваш пастор откликнулся быть переводчиком и приехал в деревню переводить. Да, и не сме благодарны на Бога за това, и на вашия пастор. Мы благодарны Богу за это. Да. Искахме набързо да ви представим книгата, която Бог ми помогна да напиша. Да, мы хотим быстро представить эту книгу, которую Бог дал написать. Да. Еще раз. Тя се казва «Обичаме през всеки октомври». Эта книга называется «Люблю тебя в каждом октябре». Ну, за что се казва «Обичаме през всеки октомври»? Ще ви оставя сами да разберете. Да, ну, почему та книга называется, вы сами поймете, когда ее прочитаете. Да, ще бъде изненада за вас. Да, будет неожиданно. Книгата акцентира върху нашето любовно взаимоотношение с Исус. Эта книга ставит акцент на наших любовных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Понеже, может быть, за... Това е най-важно. Ние да влизаме по-надълбоко в взаимоотношения с Христос. Да, може би това е самое важное, входить все более и более глубокие взаимоотношения с Иисусом. Разбира се, в книгата се говори за бащинската любов на Бога. Конечно же, в книге написано о пастърска любви к Богу. Ще излезем от рутината на обикновения ден и ще бъдем насърчени да преследваме съдбата си. Да, да выйдем из обыкновенной рутины, такой обыденной жизни, и да, влезем во что-то в такое настоящее. Също така в книгата си говори, че минавайки през трудности, Бог ще бъде с нас, и книгата ще ни насърчи. Да, также книга говорит о том, что мы призваны проходить через трудности, и Бог всегда нас будет поддерживать. Когато за първ път презентирахме книгата, тя струваше 7 лева. Когда мы первый раз презентовали эту книгу, она стоила 7 лева. Но ние приведахме за Украина, тъй като съпругата ми от Украина, ние ходим всяка година там поне по един или два пъти. Но мы переводили ее в Украине. И ние не искахме просто нищо да печелим, просто искахме да бъдем благословения за хората, понеже вярвам, че Господ, иска ние да бъдем благословения, понеже се казва, даром сте приели, даром давайте. Да, мы не хотели получить какую-то выгоду от этой книги, а хотели быть благословением. И там някъде, мисля, че беше около 40 гривни, такая беше цената. Да, там на Украине она стоила где-то 40 гривен. Да, и то и някъде около 3 лева, така че първата цена на българското издание беше 7 лева, но сега просто искаме да я пустим на цена 3 лева, просто искаме да бъдем благословения за хората. Значит, на болгарском языке она стоит 7 лев, на русском языке за 3 лева они просто отдадут нам как благословение. Да, и ако някой няма возможность да си купи книгата, не искаме да му я подарим, понеже по-важно е хората да бъдат благословени. У кого нет возможности 3 лева заплатить, они отдадут в подарок, чтобы было благословение. И второто сообщение, което искам да направя. Второе сообщение, которое я хочу сделать. Ще организираме младежко събиране, което ще се проведе следващата събота, т.е. на 5 октомври. 5 октября, следващата събота, ми хотим организовать едно младежное служение. Понеже за нас е голяма чест да комуникираме с младите хора.
Потому что для нас большая честь общаться с молодыми и людьми. И мы все радуемся с супругами, да организуем это молодежское собрание. И мы очень рады с супругой организовать это служение. Ще бъде общо младежко, ще има хора от Варна, ще има хора от Девня, ще има хора от селата в околието. Ще има, може би, хора от други места, така че ще бъде общо младежко. Искам да поканя специално вашите младежи. Да, будет молодежь из Варны, из Девни, из других сел также. И мы хотим также из вашей церкви молодежь пригласить на это служение. Да, ако смысл не разбирать, имам и специальный преводачик за Да, если вы будете там не понимать, то есть переводчик. Между другим, младежкото ще се изразя в това, ние да насърчаваме младите хора да преследват съдбата си. Мы мотивируем молодых людей преследовать свою судьбу. Да, младежкото ще се състои от две части. Это служение будет состоять из двух частей. Първата част ще бъде официална, ще има хваление, ще има поклонение, ще има слово. Первая часть будет состоять, ну так, из прославления, поклонения, Слово Божие. Да, ние искаме да създадем платформа, където Божието изявено присъствие да дойде и да обнови младите хора и да ги посети по нов начин. Да, мы хотим создать атмосферу, платформу для такого общения во Святом Духе. Да, също така ще има втора част. И также будет вторая часть. И во втората част ние искаме да дарем платформа на младите хора, те да могат да споделят своята благодат, своя дар, своя талант. И мы хотим предоставить платформу для молодежи, чтобы они смогли поделиться своими талантами, своими дарами. Така че, ако тук младите хора са свободни, ние ще се радваме те да дойдат и да изпеят нещо, да изфират нещо, да споделят своята благодат. Да, так что если ваша молодежь захочет, пожелает, и вы свободны в это время, то приезжайте к нам в Демню. От колко? От 11 в събота. В следующую субботу с 11 часов утра. Да, на 5 октября от 11. Это в церкви, нали? Да, да. А, в церквата. Да, в Евангельская церковь, град Демня, сам адреса? Да, адреса... То го има и в интернет. В интернет. Да, да, если вы ведете в интернете, в гугле Евангельская церковь Демня, то... Не можем да оставим координаты, то есть контакты, да, с които да се свържат с нас. Да, кто пожелает, подойдите, возьмите координацию. Да, между двете части искаме да има един час почивка. Между двумя частями будет такой перерывчик один час. Да, ще има обяд, то ще има храна. Будет обед, будет еда. И в този час искаме младите хора да се познават, да комуникират. Да. Такая, да. И в этом междучасье молодые люди будут иметь возможность познакомиться друг с другом и поближе. И между другим, так как в момента не искаме да поканим Тим от Украина, който да свири на първото младежко, но те хората просто бяха заети. Да, мы хотели пригласить одну команду из Украины, чтобы они прославляли, ну вот в первой части, но они были заняты. Да, но... Така че ако някой от вашите хвалители има на сърце да дойде и да помогне, също е добре дошъл. Поэтому если ваши прославители будут иметь възможност, то добро пожаловать, приезжайте к нам, мы будем вам благодарны. Но все пак имаме няколко хвалителя, така че ще се справим. Ну, все-таки есть у нас несколько прославителей, поэтому... Понеже вярвам, че Божието присъствие може да дойде... Без новых инструментов. Да, потому что мы верим в то, что Бог все равно придет, даже если будет там несколько инструментов. Но все радуем да бъдем с вас, бъдете благословени. Очень рады быть с вами, будьте благословены. Да, благодаря ви. Благодарю, слава Богу. У меня сегодня новый переводчик, давайте поприветствуем. Оксана. Несколько имам нов преводач. Пусть Господь благословит переводчика. Нека Господа благословит эта служба и преводача со. Сила и помазание да проходит свободно через Оксану. Нека силата на помазание туда близо свободно. Оксана, скажи аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава на Богу. Уже пошло помазание. Слава нашему Богу. Я хочу открыть первое место. Тема моей проповеди сегодня... Тема на проповедь днес и... Органическое христианство. Органическое христианство. Христос в нас, полнота наполняющая. Христос в нас и полнота наполняющая всичко во всичко. Все во всем. Скажи аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Слава нашей Господу. Аминь или не аминь? Может быть, немножко сложное название. Может быть, название-то малко сложно. Органическое – это означает
естественное, то, что вырастает из природы. Органическое означает, что нечто естественное, которое израствует от природы. Бог не любит искусственных вещей. Бог не обича искусственные нечто. Церковь создана искусственно. Церковь эта создана искусственно. Человеческими усилиями. С человеческими усилиями. Она не имеет помазания. И та же церковь не имеет помазания. Евангелие по этому поводу говорит. Евангелие по този повод казва. Имеющий только вид благочестия. Този, който има благочестие. Но сила его отрекшаяся. Но силата, която се отрече. Можно одеться в рясы священника. Може да се облече като свещеник. Можно одеть большой такой золотой крест, весь в золоте будешь. Може да облече някакъв кръст, който цял в злато. Проповедуй Слово Божие. Да проповедуешь Словото на Бога. Но если ты не живешь органически Христом, но ако не живеешь истински Христос, то это служение не будет иметь силы. Тогава тази служба няма да има сила. Это все равно, что попытаться искусственно создать апельсин, лимон. Все одно искусственно да се опиташ да създадешь портокал. Можно там делать какие-то химические реакции. Можно проводить некие химические реакции. И наука уже дошла до такого уровня. Наука-то ведь достигнула до того. Что можно искусственно создать абсолютно все. Че искусственно можно создать всичко. Рис, апельсин, лимон, все что угодно. Орис, портокал, всичко. Но имеет ли это в себе жизнь? Ну, има ли вытро в живот? И даже на вкус будет похоже. Дори вкусы, что и сыште. Но все равно искусственный лимон и искусственный, и живой настоящий апельсин – это большая разница. Но все пак истинский портокал, твой, има голяма разлика. Я бы хотел, вы знаете, сместить акцент. Бих искал да смести акцента. Многие из нас думают, что центр служения христианина – это воскресенье. Някои мислят, че центъра на службата на Христос е само неделя. Это воскресное богослужение. Неделна служба. Но это глубокое религиозное заблуждение. Но това е религиозно заблуждение. Вы знаете, центр служения Иисус Христа где? Знаете ли къде е центъра на служение на Иисус? Центр служения – это ты. Това си ти. Центр служения Иисус Христа – это твое сердце. Това е твоето сърце. Слово Божие по этому поводу говорит. Словото на Бога казва. Бог живет в нерукотворных храмах. Бог живее в рамите, които не са направени от сърцето. Вы храм Бога живого. Вие сте храм на живия Бог. И Дух Божий живет в вас. И Духът на Бога живее в вас. Аминь или не аминь? Аминь. Это написано, это я не придумал. Това е написано, не го измислям аз. И вот сегодня я об этом. И днеска говоря за това. Давайте мы откроем первое место. Нека да отворим първо място. Я хотел попросить также на проекторе на болгарском языке, чтобы мы читали параллельно. Я буду читать на русском. Немножко подождем. Перевод. Это псалом номер 113. Псалом 113. С 9 стиха. От 9 стих. Я пока начну читать. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Для чего язычникам говорить, где же их Бог? Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет. Вот давайте мы вот это запомним. Некое твое такое запомним. Бог творит все, что хочет. Бог творит всичко, което иска. Вот повтори за мной. Бог творит все. Бог извършва всичко. Повтори за мной 3-4. Бог творит все. Бог творит всичко. Что хочет. Което иска. Это в Библии написано. Това казва Библията. Есть только одна личность на земле и на небе. Има само одна личность на земята и на небето. Который творит все, что захочет. Която извършва само това, което иска. Не знаю, вам эта новость нравится или нет. Не знам дали ви харесва тази новина. Но Бог почему-то творит только все хорошее. Но Бог извършва само всичко най-хубаво. 12 стих. 12 стих. Перевода у нас не будет, да? Я так понял, что... Это очень серьезно, потому что нам сделали замечание, без перевода нас могут оштрафовать. В следующий раз уже
на более крупную сумму, поэтому, пожалуйста, сделайте перевод. Это очень важно. С 12 стиха. «А их идолы – серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят». Вы узнаете, про кого эта Библия говорит? Про идолы человеческие. Разберете ли, за кого говорит, за идоли, на человеческие идоли? И они не издают голоса гортанью своей. И те не говорят. И смотрите, что Библия говорит. Это Бог говорит так. Показва Бог. «Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Които са подобни на Него и правят всичко, което правят им. Дом Израилев. Дом Израилев. Уповай на Господа. Уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Той наша помощь и щит. И смотрите, руки человеческие создают периодически какие-то человеческие идолы, творения. Человеческие руки понякога создават някакви човешки идоли. Из дерева, серебра, золота. От дървето, сребро, злато. И Бог предупреждает о том, что если люди будут поклоняться творению рук человеческих, и Бог предупреждава, ако човек се поклонява на тези идоли, то они будут такими же, какими человек их сотворил. И тогава те ще бъдат такива, както човекът ги е създал. Имеющие глаза, но не видящие. Имаш очи, но не виждащ. Имеющие уши, но не слышащие. Този, който има уши, но не чува. Имеющие руки, но ничего не могущие сделать этими руками. Този, който има ръце, но не може нищо направи с тях. К чему ведет идолопоклонство? Это то, к чему ведет это идолопоклонство. Оно ведет к проклятию. То ведет к проклятию. Большое благословение поклоняться Творцу. Голямо благословение – это поклоняться на Твореца. И большое проклятие – поклоняться Творению. И голямо проклятие – это поклоняться на Творението. Потому что, когда мы, какая-либо живая сущность замыкается на Творении, защото ако жива същност се концентрира само на творението, это такой порочный круг. Това е порочен кръг, который ни к чему хорошему не приводит. И той не веде към нищо хубаво. Потому что только от Творца исходит сила. Защото само Творец има сила. Только Творец дает все новое. Само Творец дава всичко ново. Только Творец может обновлять. Само Творец може да обновява. Аминь или не аминь? Аминь. Само по себе творение имеет начало и конец. Творение има начало и край. Творец не имеет ни начала и ни конца. Творец няма нито край, нито начало. Поэтому, если я зависим от Творца, защото и ако съм зависим от Твореца, я тоже вхожу в такое вечное состояние, вечное обновление. И я също влизам в това вечно обновяване. Если я завишу от творения, ако завися от творението, то я становлюсь конечным. И имам край. Да. Аминь. Имам край. Поэтому, когда мы поклоняемся звездам, гороскопам. И за това, когато се поклоняваме на звездите или хороскопам. Звезды, вы знали об этом? Это тоже творение. Звездите също са творение. Каким-то идолам. Или на някакви идоли. Мы становимся очень ограниченными, и у нас появляется конец. Ние ставаме ограничени и имаме край. Можешь сказать на это аминь? Можете ли кажете аминь? Давайте мы откроем следующее место. Что отворим следующее место. И это написано также в Псалтире, Псалом номер 32. Псалом 132. 32. 32. О, слава Богу. Можете читать там, с первого стиха, я быстренько дочитаю, до определенного стиха. «Радуйтесь, праведные, о Господе». Смотрите, как написано прекрасно. Правым прилично славословить. Мы сегодня что делали? Мы славословили Господа. Это очень прилично делать. Неприлично не славословить. Неприлично, да, да не казвайте. Вы знаете, все творение, все дышащее написано «да славит Господа». Всички творения да славят Господа. В момент прославления Творца, в момент на хвалението на Твореца, в момент поклонения Ему, в момент на покланянето Му, то творение, которое поклоняется Богу, то творение, которое се покланя на Бога, входит в унисон с Творцом. Влиза в унисон с Твореца. Сегодня мы были на берегу моря.
Днеска бяхме на брега на морето. И слышали, как природа просыпается. И чухме, как природата се събужда. Птички поют. Птички пеят. Что они делают? Какво правят те? Птицы прославляют Бога. Те славят Господа. Там в зоопарке кто-то там рычит. В зоопарка някой ръмжи. Кто-то воет. Някой вои. Кто-то мяукает. Някой мяв. Весь живой мир прославляет Бога. Целия живия свят прославя Господа. Они входят в Божие соответствие. Те влизат в Божието съответствие. По законам синергизма, в унисон. Входят в унисон. Влизат в унисон. С нашим Творцом. С нашим Творец. Давайте мы прочитаем. Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Мы, у нас тоже есть свои гусли, у нас есть гитары, струнные инструменты. Хвалите Господа, и не существуем свои инструменты. Мы ходим в послушание. Пойте ему на десятиструнной псалтыри, пойте ему новую песнь. Не, можно не переводить. Там, или опять нет перевода. Так, что сегодня у нас с переводом? Оксаны там нет? Пейте новую песню. Господь, благослови, Господь, на пульте. Пойте ему стройно с восклицанием. Пейте ему с восклицанием. Ибо слово Господне право, и все дела его верны. Ибо словото на Бога е верно. Он любит правду и суд. Той обича правдата и суд. Милости Господни полна земля. Земята е полна с милостта на Господа. Словом Господа сотворены небеса. Со словото на Господа са сотворени небесата. И духом уст его все воинство их. И от духа на... И дух на воинство со сотворение също от Него. Давайте мы это запомним. Словом Господа сотворены небеса. Со словото на Господа са сотворени небесата. Седьмой стих. Он собрал будто груды морские воды. Той собрал морските води. Положил бездны в хранилищах. Сложил е бездните в хранилища. И девятый стих. Ибо Он сказал. Той казал. И сделалось. И се осъществи. Он повелел. Той повелел. И явилось. И се яви. Скажи аминь. Кажи аминь. Потому что это очень серьезно, это очень важная истина. За что твоя много важная истина? Есть только одна личность во Вселенной. Има само одна личность во Вселенной. Которая что-то говорит. Която нечто казва. И это является, это происходит. И това се осъществява. Бог когда-то сказал, да будет свет. Някога Бог е казал, да будет светлина. И стал свет. И стана светлина. Да будет твердь. Твердь. А, да будет земля. Да. И отделяет твердь воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. И отделяла водата и водата от земята. То есть Бог говорил, и это тут же исполнялось. Ну, не тут же, может быть, через какой-то период времени. Бог говорил, и това веднага е ставало. Вот, это для нас очень важно осознать, запомнить, понять, что Бог творит посредством Слова Своего. И много важно, да го знаем, что Бог твори со Своето Слово. Следующее место я хочу открыть. Следующее место. Это написано в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Первая глава. С первого стиха. И вот это место мы должны знать все наизусть. Ну, я его знаю наизусть, и мне бы хотелось, чтобы вся наша церковь знала наизусть. И там написано очень просто. Вначале было Слово. Началото било Словото. И Слово было у Бога, кто знает, повторяйте за мной. И Слово было Бог. Давайте запомним вот это. Слово было Бог. Слово было Бог. Слово – это Божье Слово, это сам Бог. Оно являет ипостась Бога. Божието Слово – твое самият Бог. Оно было вначале у Бога, второй стих. Да что сегодня с переводом? Нас оштрафуют, ребята, вы что там делаете? Началото было Слово. Третий стих. И все начало быть, что начало быть. И всичко е започнало да бъде, което започнало да бъде. И вы знаете, и ничто без него не начало быть, что начало быть. И ничто не започнуло да бъде. 14 стих говорит так. И Слово стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. Словото е станало плът и обитавало с нас. И мы видели славу Его как отца, от Отца. И сме виждали славата Му от Отец. Как единородного Сына. И от единородния Син.
И 18 стих говорит, что Бога не видел никто и никогда. Бог не видел никого и никуда. Единородный Сын, сущий, сущий — это значит Иегова, вечно существующий. Вот Иисус Христос — это истинный Иегова. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иисус Христос явил славу Отца на земле. Иисус Христос явил славу Отца на Отец на земле. Вот это нам тоже очень важно осознать, запомнить, просто вот, чтобы это прямо застыло в нас. И как... твое много важно, да го осознаем. Самое мощное основание, самый мощный фундамент. Твоя наимощная основа. В этом пассаже, да, в этом месте из Писания. В твое место. Библия говорит о том, что Бог посредством Слова сотворил все видимое и невидимое. Бог казва, че со Слова ты сотворил всичко, кое-то се вижда и това, кое-то не се вижда. Абсолютно все сотворил Бог посредством Своего Слова. Всичко сотворил Бог само со Словото си. Знаете, вот ну, мы еще в мединституте спорили, ну, возникала такая дискуссия. Още в медицинский институт имахме дискуссии. Что первично, материя или сознание? Какво е первично, материя или създанието? Я вот выступал на этих дискуссиях. Аз сам говорил на тези дискуссии. Я говорил свою такую теорию. Аз казвах своята теория. О том, что вы напрасно спорите. Затова напрасно спорите. Спорите. Потому что и сознание, и материя, они первичны от самого начала. За что-то сознанието и материята са первичны от самого начала. Потому что в самом начале Бог сказал. За что-то в самого начала Бог и казал. Его слово и сознательно, и материально одновременно. Неговото слово е съзнателно и материално едновременно. Потому что Библия говорит, ну так я говорил на дискуссиях, что вначале было слово. Защото Библията казва, че в началото е било словото. Поэтому споры ваши напрасны. И затова е напразно да спорите. Потому что Божие слово и сознательно, и материально. Защото Божието слово е съзнателно и материално. И слово Божие на самом деле вечно. И словото на Бога е вечно. Вот я хотел привести такой простой пример. Искам да кажа един прост пример. То, если представить, что я Бог, ако представим, че аз съм Бог, и кроме меня больше ничего не существует, и освен мен нищо не съществува, и Бог может так делать, Бог может да прави това, Бог может все уничтожить, Бог может всичко да унищожи, и потом в один момент опять все создать заново. И в один момент да създаде всичко наново. Ну я так не могу. Но аз не мога така. Но я только как пример привожу. Това е само пример. Я Бог, и пока ничего не существует. А сам Бог, и сега ничто не существува. Я создал проект. Создал сам проект. У меня появилась идея. Имам идея. Я захотел сотворить мир. И поискал да сотворя света. И я начинаю сотворять мир посредством своих слов. И започвам да сотворявам света со своите думи. И вот те слова, которые были во мне. И те же думи, които бяха в мен. Мысли. Моите мысли. Они были там вечно. Те са били там вечно. Я стал произносить. Започнал ги изговарям. И они материализовались. И те станаха материалами. Вот точно так все было. И всичко било така. Вот так Бог сотворил все видимое и невидимое. Така Бог сотвори света. Ну, по крайней мере, так я объясняю, так мне самому понятно. Така аз го разбирам. Еще следующий стих. Следующий стих. Послание к римлянам. Послание к римляне. Восьмая глава. Восьмая глава. Ну тогда, Оксан, ты тогда переводи, как сможешь. Будем отстреливаться. Что? Да, если можно, если ты уже открыла. Послание к Римлянам, восьмая глава, с 28 стиха. Я буду потихонечку читать. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Скажи «Аминь». «Все содействует нам ко благу». 8 глава, послание к Римлянам, 28 стих. «Даже если тебе кажется, что все рушится, на самом деле это все ко благу. Потому что Бог все держит в своей руке, и Он усмотрел для нас свой лучший план. Как бы тебе ни казалось все страшным, у Бога план, и Он все действует». Все делает по своему плану. Бог има план, той действа по плану си, и дори ако ти се струва, че всичко се руши, това не е истина. 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего».
Защото който предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Дабы он был первородным между многими братьями. 30 стих. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Что же сказать на это? И ты какво да кажем за това? Если Бог за нас, кто против нас? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Скажи, если Бог за меня, кто может быть против? Кажи, ако Бог е за мен, кой може да е против мен? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Оня, който не пожали своя син, то го предаде, но го предаде за всички ни. Как не ще ни подари заедно с него и всички? Скажи, всего. Всички. Бог вместе со своим сыном Иисус Христом подарил нам все. Бог заедно со свой сын Иисус Христос подари не всичко. Что значит все? Какво означало всичко? Все это значит все. Всичко означало всичко. Абсолютно все. Все видимое и невидимое. Всичко, което виждаме и не виждаме. Вот я так недавно рассуждал. Наскоро сам размислял. Я уже думаю о том, чем я буду заниматься там на небесах. Вече мисля, какво ще правя на небесата. Мы должны иметь такое дерзновение. Трябва да имаме смелостта да мислим за това. Если мы действительно верующие. Ако наистина сме вярващи. Потому что кто-то даже не верит в то, что он спасен. Защото някой още не вярва, че са спасени. Я думаю, чем я там буду заниматься? И я си мисля, какво ще правя там на небесата? И смотрите, еще один такой вопрос. Спроси у себя самого. И има още один вопрос. Питай себе си. Если тебе на земле уже не интересно, ако вече не ти е интересно на земята, ты прожил 30, 40, 50, 60, 70 лет, живя вече 30, 40 години, а это вот, это я не знаю, это даже с чем сравнить, по сравнению с вечностью, это ничего. В сравнении ничего. С вечностью твое ничто. И ты думаешь, как здесь скучно вообще? И мислишь, как и скучно тут на земята? Как ты думаешь, чем ты будешь заниматься там в вечности? Как мыслишь, с какого же ты занимаешься там в вечности? Если тебе здесь уже скучно, ако вече ти е скучно тука, то я не знаю, что там ты будешь делать. И не знаю, какво ще правиш там тогава. Но я вот у себя спросил. Но аз попитах себе си. Чем было бы мне интересно заниматься вечно? Какво би ми било интересно да се занимавам там на небесата? Вот как вы думаете? Как мислите? Что для вас было бы интересно делать вечно? Какво би било интересно за вас да го правите вечно? И лично мне пришел только один ответ. И имах само един отговор. Как вы думаете, какой? Как мислите, каков? Творить. Да творя. Вот мне было бы интересно вечно творить что-то новое. На мен би било интересно вечно да творя нечто ново. Вот Библия говорит, что Бог посредством ангелов своих творил. Бог казва, че с помощью на ангелите си той творил. Творил и духов. Сотворявал и духовете. Это только мы недавно прочитали. Това го почитахме наскоро. Иисус Христос называет нас, что там в следующей жизни мы будем как ангелы. И Иисус Христос казва, че в този живот ние ще бъдем като ангели. И мы там будем творить. И там ще творим. Знаете, я почему-то верю в то, что самые прекрасные вещи на земле, в космосе. Вярвам, че всички прекрасни неща в космоса и на земята. Бог не творил самостоятельно. Бог не ги сотворявал сам. Библия прослеживает это красной нитью через всю Библию. Библията можем да видим на червен конец, който проследява това. Что мы здесь проходим как сотворцы. Че ние сме тука като помощници на Твореца. И думаешь, вот берешь одну раковину. И взимаш една раковина. Смотришь, ну как это прекрасно сотворено. И гледаш, че тя е сотворена прекрасно. Какой художник должен быть? Какъв художник трябва да бъде? Ну, никакой художник на земле не сможет это повторить, эти краски, эту гамму. Но никой художник на земята няма да може да повтори това. Я думаю, что участие кого-то, участие ангелов точно есть. И мисля, че има участие на ангелите. Ну, мне, по крайней мере, хотелось бы этим заниматься. Например, аз бих се занимала с това. В вечности я хотел бы творить вселенные. В вечности бих искал да творя вселените. Знаете, я работаю как психоаналитик, как психотерапевт, я врач. Работаю как психоаналитик, а сам доктор. Я работаю с тяжело-депрессивными пациентами. Работаю с тяжко-депрессированными пациентами. С аутизмом, с биполярными расстройствами. Аутизм, биполярные расстройства.
И иногда так тяжело бывает вывести человека из депрессии, тяжелой депрессии. Понякога е тежко да изведеш човека от тежка депресия. И мы садимся с ним вместе. Сядаме заедно с него. И я говорю ему, давай представим. Я сказал ему, нека да представим. Давай нарисуем картинку вместе. Да нарисуваме картинка заедно. Какая цель твоей жизни? Каква е целта на твой живот? Для чего ты живешь? За какво живеешь? К чему ты стремишься? Към какво се стремиш? Какая у тебя цель? Каква е твоята целта? И мы начинаем вместе рисовать, что-то творить. И започваме заедно да рисуваме нещо, да творим. Он говорит, например, я хочу дом построить. И той казва, искам да построя къща. Какой дом? Каква къща? Мы начинаем творить. И започваме да творим. И это превращается в какие-то такие краски, гаммы какие-то. И това се превръща в някакви бои, цветове. И это все так сочно. Това е толкова прекрасно. И там еще на этой картинке любимые люди. И на тази картинка също има любими хора. И это вечно в Божьем царстве. И това е вечно в Божието царство. И это небесный Иерусалим. Това е небесен Иерусалим. И это уже никогда не прекратится. И това никога няма да спре. И ты будешь там счастлив вечно. И вечно ще бъдеш щастлив там. И у человека появляется желание жить. И человек започва да има желание да живее. Мы вместе что-то сотворили. Заедно сотворихме нещо. Аминь или не аминь? Аминь. С помощью нашего Творца. Заедно с нашия Творец. Потому что наш Бог Творец. Защото нашия Бог е Творец. И знаете, еще одно место, которое я хочу прочитать. Может быть, это... Я начну с негативного. Не очень приятно будет для слышания. Это написано послание к Римлянам в первой главе. С 18 стиха. Первая глава послания к Римлянам, апостол Павел пишет с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». «За что-то Божий гнев се открыва от небето против всякого нечестия и неправды на человечестве». «Подавляющих истину неправду». «Които препятствуют на истинута через неправду». «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Понеже това, което възможно да се знае за Бога, на тях и е известно, защото Бог им го изяви. Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него, се реч вечната Му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинения. Через рассматривание творений сила и Божество становятся видимы. Чрез разгледането на творенията, силата, защото като които познаха Бога, не го прославиха като Бог. Просто раз я говорил такую мысль о том, что вся Вселенная, все видимое, невидимое движется по определенным установленным Богом законам. Миналия път съм говорил, че всичко, което се вижда, не се вижда, се движи по законите, които е установил Бог. Вся Вселенная движется в почитании Богу Творцу. Цялата Вселена се движи в почтение на Господа. Если какое-то творение выбилось из колеи и перестало исполнять, выполнять законы, ако някое творение спря да изпълнява законите, включаются законы саморазрушения, включва се закон на саморазрушение, и эта система, которая вышла из подчинения, она просто уничтожается. И тази система, която излезе от исполняването на закона, тя се разрушава. И постепенно выводится из системы. Из системы Бога. И постепенно излезла от системата на Бога. И смотрите, что дальше Библия говорит, 21 стиха. Ну как они, познав Бога, это про людей написано, те, которые познали Бога, за что-то, като познаха Бога, не прославили Его, не го прославиха как Бог, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мудрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Называя себя мудрыми, обезумели. Като се представяха за мудри, те глупееха. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. И славата на нетления Бог размениха срещу подобие на образ, на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. То и предал их Бог. Вот скажи так, Бог их предал. Бог и предал тях. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Затова според страстите на сърцата им Бог и ги предаде на нечистотата. Так что они сквернили сами свои тела. Щото те
да се обезчестят телата им между сами тях. Они заменили истину Божию ложью. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив. И поклонялись и служили твари вместо Творца. И предпочеха да се покланят и да служат на Творца, а не на Твореца. Который благословен во веки. Аминь. Който благословен до века. Аминь. И смотрите, Бог повторяет с 26 стиха. Потому предал их Бог. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Бог их предал. Бог ги предал. Постыдным страстям. На срамотни страсти. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Которые жениты им измениха естественное употребление на тялото в противоестественное. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Такая мужете, като оставиха естественное употребление на женский пол, разжегуха се страста си един към друг. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме. И понеже отказаха да познают Бога. Третий раз повторяется, то предал их Бог превратному уму. Бог ги предаде на развратен ум, да вършат това, което не е. Делать непотребство. И перечисляются какие непотребства, я не буду это читать. И после вспоминава тези неща, които ты правиха после. Смотрите, какую важную мысль Библия говорит. Библия казва една важна мисъл. В книге Второзаконие, 28 глава, мы все это знаем. Во Второзаконие, 28 глава. Бог говорит, благословение и проклятие предлагаю я тебе. Предлагам тебе благословение и проклятие. Избери благословение. Избери благословение. Жизнь и смерть предлагаю я тебе. Предлагам тебе живот и смерть. Избери жизнь. Избери си живота. Это Бог говорит, это слова Бога. Това казва Бог. Что происходит с человеком, когда он не принимает ни жизни, ни благословения? Какво се случва с човека, който не приема нито живота, нито нито смъртта? Автоматически приходит другая сторона, приходит проклятие. Идва проклятието. И Библия четко по этому поводу говорит, что наши поколения до 3-4 рода будут прокляты. И Библия доказывает, что наши поколения до 3 род ще будут прокляты. Те, которые познали Бога и отвергли Его. На това показвам тези хора, които са го... Всего познали, обаче се отказаха. А те, которые приняли Бога, обаче тези, които го приеха, приняли Его жизнь и благословение, приеха живота му и благословение. Бог обещает, что будут благословены до 1000 родов. Бог им обещает, что ще будут благословени до 1000 родове. Если Бог что-то пообещал, Он всегда это исполнит. Ако Бог обещал нечто, то и задолжително ще го исполни. Поэтому вот в прошлый раз я рассказывал, что я просил у Отца своего благословения, возложил Его руку на свою голову, благослови меня, благослови. Затова предния путь съм рассказывал за моя баща, от който съм искал благословение. Я хотел, чтобы проклятие остановилось на моем поколении. Исках проклятие туда спре на моето поколение. И теперь я верю в то, что последующие мои поколения, они будут благословенны до 1000 родов. Сега вярвам, че следващите поколения ще бъдат благословени до 1000 родове. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу. Слава на нашия Господ. И смотрите, что послание к римлянам говорит. Послание на римляните казва. О том, что это не люди просто вот так вот выбрали. Вот, ну, я вот так хочу, я вот атеист, я в Бога не верю. Вот, просто никакого Бога не существует. Я хочу, блужу, хочу, пью, хочу, бухаю, хочу, там, наркотики принимаю. Вот, делаю, что хочу. Казва, че хората, които са избрали да не следват Бога и да правят това, каквото искат. На самом деле, этот человек, по Библии, он не захотел прославить Бога. Библията казва, че този човек просто не е поискал да прослави Господа. Не захотел его възблагодарить. Не е поискал да му благодари. Вы знаете, Библия четко отслеживает такие моменты. Ну, например, один простой пример. Библия отследява тези моменти. Иисус Христос проходит мимо смоковниц. Иисус Христос минава... Смокиня. До една смокиня. И он залкал, он захотел кушать. И той поискал да яде. Подошел к смоковнице. Той се доближи до нея. И не нашел на ней плода. И не намерил плод на нея. И что он сделал? Какво е направил той? Библия говорит, что он ее проклял. Той каза, че той я е проклял. И ученики это увидели. Учениците му го видяха това. Что увидели? Какво видяха те? Увидели, что тотчас смоковница засохла. Че изведнъж смокинята е съхнала. Смотрите, что происходит, когда Бог ожидает что-то от своего творения. Виждате ли, какво се получава, когато Бог очаква нещо от творението си? Что оно
будет в соответствии с Его волей. Чи то, что будет в соответствии с Неговата воля. И этого не происходит. Обаче, това не се случва. Происходит обратная сторона. И се получава друга сторона. Хороший пример. Много хубав пример. Пример с рыбой. Пример с рыбата. У учеников требуют какой-то обленной мзды на храм, подати. Жертвоприношение нужно было принести. Требаше да се направи жертвоприношение. И ученики подошли к Иисусу Христу. Ученицы дойдоха при Иисус Христос. Говорят, давать нам или не давать? Да даваме или не? Иисус Христос говорит уникально. Иисус Христос сказывал уникальные думи. Знаете, Иисус Христос – это исторически доказанная личность. Иисус Христос – это исторически доказанная личность. Документально, юридически доказанная личность. Иисус Христос говорит такую фразу: «Идите, закиньте удочку». Иисус Христос сказывает одна фраза: «Отидете и…» Хвырлите водицу. Хвырлите водицу там. И поймаете рыбу. И хванете рыбу. И во рту ее найдете сатир, драгоценную монету. И в устата можете намерите драгоценную монету. Пойдете и заплатите за храм. И что идете и что платите за храм. Что происходит? Как вас случилось? Иисус Христос повелевает рыбе. Иисус Христос казван на рыбу. Которая имеет монету в своем чреве. Куда-то има монета. Попасться на удочку. Да се хване на тази водица. К тем рыбакам, которым он повелел пойти закинуть удочку. На тези рыбаци, на които и повелел, на които и казал да хвырлят тази водица. И это происходит. И това се случва. Вот вы в это верите? Верите ли в това? Я в это верю, потому что мы имеем дело с всемогущим Богом. Он творит все, что хочет. Аз вярвам в това, защото Бог творит това, което иска, и той всемогущ. Вчера мы с Наташей были на рыбалке. Вчера с Наташей бяхме на рыболов. Тоже помолились. Все, что се помолихме. Попросили: Господи, дай нам вот рыбу на ужин. Помолихме Господа, не дай рыбу на вечеря. И поймали ровно две рыбы на ужин. И хванахме точно две рыбы за вечеря. Ну, Бог говорит, что просили, то и получили. Бог казал, това, което сте искали, това го получихте. Ну, приготовили, ужин был прекрасным. Приготовили вечеря, и тебя беше прекрасно. И смотрите, это место из Библии, послание к Римлянам, первая глава. И това место от Библията. Говорит о том, что те, которые не прославили. Казва, че те, които не са прославили. Бог их предал. Бог ги предал. Что мы делали сегодня? Мы сегодня во время прославления мы прославляли Бога. Аминь или не аминь? Как мы правили днес? По время нахваления то прославляхме Господа. На самом деле, вот, ну, лидер прославления меня сегодня как бы поправит, если что. Прославление – это не только в церкви. Прославление, хваление – это не само в церквата. Поклонение – это не только в церкви. Поклонение на Господа не само в церквата. Хвала – это не только в церкви. Хвала не само в церквата. Хвала – это моя и твоя жизнь. Хвалението на Господа е твоя и моя живот. 24 часа в сутки. 24 часа. 7 дней в неделю. 7 дней в седмицу. И 365 дней в году. И 365 дней в годината. Бог хочет сместить акцент. Бог иска да смести акцента. Служение не только воскресенье. Да има служба не само неделя. В воскресенье мы призваны собираться. Неделята трябва да се събираме. Для того, чтобы рассказать о том, что Бог сделал на этой неделе. За да разкажем на всеки, какво е направил Бог през тази седмица. Что Он сделал вчера? Какво е направил вчера? Чудо. Той е направил чудо. Вчера у нас было чудо. Вчера имахме чудо. Мы ведь с Натальей ведем гимнастику. С Наталья правим гимнастика. Пришла группа, у нас группа. Имаме група и дойде, и те дойдоха. Да, в морском парке мы собрались. Морската градина се събрахме. И начали делать гимнастику. И започнахме да правим гимнастика. И подходит наша одна, член нашей группы. И идва една жена от нашата група. И с ней собачка. И тя има куче. Старк. Казва се Старк. Его имя Старк. И он бежит. Нет, он, вернее, он не бежит. Мы все заметили, что он едва, едва волочит ноги. Забелязахме, че той едва-едва върви. И поскуливает. Вика. И издава некоторые звуки. Да. И издает какие-то звуки. И так жалобно подходит. У нас с Старком очень хорошие взаимоотношения. Имаме хубава връзка со Старк. И он подходит к моим ногам и что-то вот так носом уперся. Идва към краката ми. И весь вот так трясется. И се трясе през цялото време. Но его хозяйка рассказывает: Старк заболел.
И жената, на която има това куче, казва, че той е болен. Ну, получается, позавчера хозяин взял резко на руки собачку. Онзи ден тя е взяла много рязко кучето. И потом резко опускал на землю. И много рязко го е сложила на земята. И что-то повредил ей в пояснице. И нещо се повреди в гръб. И с тех пор он даже не дает прикоснуться к пояснице. И сега дори не дава да му се докосна гърба. Сразу начинает скулить. Започва да издава звуци. И вот мы продолжаем гимнастику. Продолжаваме гимнастика. И я смотрю, Старк весь трясется. И гледам, че Старк се трясе. Я думаю, ему холодно. Помислих, че му е студено. Я подумал, ну, я сниму с себя толстовку. Помислих, че ще махна свитчера от мен. И накрою Старка. И ще му го дам на него. Мы же старые друзья с ним. Нали сме приятели с него? Написано, праведник и о душе животного печется. Написано, че праведник се грижи и за живота на животните. Я снял толстовку, укутал Старка. Аз се съблякох и дадох му този свитчер. И мы продолжаем делать гимнастику. Продолжихме да правим гимнастика. И мне потом пришла мысль, а что если за него помолиться? И помислих, да не си, за что да не си помолим за него? Ну, я не стал делать это звучно. Не го направих през всички. Я наклонился к нему, прикоснулся к пояснице. Наклоних се към него и докоснал гърбу му. И сказал, будь исцелен во имя Иисуса Христа. И казах му, да будешь исцелен в името на Иисус Христос. Если кто-то спросит, да, молимся ли мы за животных, ну вот пример. Ако някой пита дали се молим за животните, ето това е примера. И вы знаете, прошло две минуты. Минаха две минуты. Я смотрю, что Старк перестал труситься, трястись. И гледам, че Старк спря да се трясе. И это произошло на глазах у всей группы. И това се случва пред очите на цялата група. Моя супруга свидетель. И моята супруга е видяла това. Из-под вот этой толстовки Старк уже вышел здоровым. И от този свечер Старк излязъл вече здрав. Он начал бегать, резвиться. Започнал да бяга. И как он это любит, он попросил меня по-своему взять... И както обича помоли да му хвърля пръчка. Причка, да. Сучок и бросить, и он побежал, начал скакать, бегать, короче. Той започна да бяга и да се играе с мен. Кто это? Кой това? Я хочу сказать о том, что Иисус Христос, недавно была конференция «Иисус реален». Това е Иисус Христос. И наскоро имахме конференция «Иисус Христос е реален». И он и сегодня творит чудеса. И той днеска сотворява чудеса. И хозяйка потом подошла и поблагодарила, искренне от всего сердца. И тази жена дойде при мен и после ме благодари. Потому что он, ну, реально страшно страдал. Защото преди това наистина е страдал от това куче. Сейчас я перехожу к хорошему. Сега преминавам към хубавото. Вы знаете, вот Бог хочет сместить акцент на нашей жизни. Бог иска да се фокусираме върху нещо друго в живота си. Торжественного воскресного богослужения. От това... Торжественное богослужение. Я хочу открыть книгу Откровения. Что творит Откровение? Пятая глава. С 9 стиха. Мы уже идем к концу. Да. Я начинаю. Апостол Иоанн пишет. «И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». И поют новую песнь, думайки, достоин си да вземешь книгата и да распечаташ печатите ей, за что ты себе заклан и со своята кръв си искупил за Бога човеци от всяко племя, язык, людей и народ. Это про нас, обращенных из язычников. И 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». «И направил сиги на нашия Бог царству и священницы, и те царуват на земята». Скажи аминь. Кажи аминь. Потому что это про тебя. За что тут вас относится к теб? Ты царь и священник. Ты си царь и священник. И знаете, в чем состоит Евангелие твоей жизни? И знаешь ли, какво состоит Евангелие на твой живот? За нами верующими наблюдают. Нас не наблюдават. Наблюдают. А с ними ли Бог вообще? Наблюдават, дали наистина Бог е с нас. Удачники это или абсолютные неудачники? Дали сме... Дали сме... Им имели космет или не имели космет? Косметли или не косметли? На болгарском языке. Я хочу сказать о том, что Бог чему нас призвал. Искам да кажа, че това, към което сме призовани от Бога. Вот Бог называет нас царями.
Бог наричен царем. И это не значит, что корона сразу прилетела, да? Това не означает, что однако треба да си сложим крана. Как в одном фильме, да? Вот как это. В один фильм. На Крамарова прилетела корона. Как фильм называется? Иван Васильевич меняет профессию, да? И он так сразу, раз, король, надо соответствовать. Один фильм, где ту... се казва Иван Васильевич сменя професия и той като краната му прилетя веднага се промени. Бог дал нам все для того, чтобы нам царствовать. Бог даде ни всичко да царуваме. Это не значит что обязательно, что я буду президентом этой страны, ну, например, Болгарии или Казахстана. Това не означава, че ще буду президент на някаква държава. Это означает, что я, ну, по крайней мере, так я понимаю. Это означает, что я буду царствовать в своей профессии, специальности, в своем даровании. Това означава, че ще царувам со свой дар. Вот, Бог мне дал дарование лечить людей. Я врач. Имам дар да лекувам хората. Я понимаю по Писанию, я должен делать это лучше всех. Разбирам по Писанию, че трябва да го правя по-добре от всички. Я должен царствовать в своей сфере. Трябва да царувам в своята сфера. И довести свои врачебные навыки. И да използвам моите навици. До уровня священнодействия. До него на священнодействие. До священнодействието. Можете со мной согласиться? Можете ли да се согласите с мен? Я хочу сказать о том, что это очень хороший пример для всего мира. Това е много хубав пример за целия свят. Если неверующий человек смотрит и видит, что это успешные люди. Ако човек, който не вярва и гледа към нас и вижда, че сме успешни хора. Библия говорит, успех их да будет очевиден. Библията казва, успехът им да бъде очевиден. Это Евангелие говорит. Това казва Евангелие. Мой успех должен быть очевиден для всех. Моят успех трябва да е очевиден за всички. Слава Богу, что в последнее время это очень часто мы можем видеть везде. Слава на Бога, че можем да го виждаме често. Вы можете видеть известных футболистов, которые делают вот так вот, можете когда да забивают гол. Известные футболисты, которые правят така, когато вкарват топка. Профессиональных боксеров, кого только мы можем не видеть по телевидению, известных людей. Профессиональные боксеры и който да е, който виждате по телевизията. Которые громогласно заявляют, я достиг это только благодаря Иисусу Христу. Които през всички казват, че са постигнали това само заради Иисус Христос. Слава Ему вовеки. Слава на Него вовеки. Человек вошел в соответствие с Божьей славой. Аминь. Человек е влязал в соответствие с Божьей славой. Он царствует в своей области. Той царува в своята област. Его действия превратились в священнодействие. И неговите действия са се превърнали в свещенодействие. Я видел, как на стадионах мальчики вот так сидят и с благоговением смотрят на вот этих спортсменов. И съм виждал тези, че момчета глядят с благоговение на тези футболисти. А этот известный футболист подходит и благословляет их. И този известен футболист идва към тях и ги благославя. Именем Господа Иисуса Христа. С името на Иисус Христос. Вот это Евангелие. Това е Евангелието. Когда вот с такой позиции царя и священника, тогда это очень легко принимают. Когато си от такава позиция на цар и свещеник, много лесно хората го приемат. Люди говорят, но если Бог его благословил, он вышел из трущоб и поднял на такую высоту, то и меня может. Бог, и хората казват, че ако него Бог е благословил и той излязъл от дъното, то тогава може да благослови мен също. Последнее место открою послание к Ефесянам. Первая глава. Давайте послушаем внимательно апостола Павла с 16 стиха. Непрестанно благодарю Бога за вас. Там есть перевод, так что хорошо. Слава Богу. Вспоминая о вас в молитвах моих, смотрите, о чем молится апостол Павел. Видите, за какого смоли? 17 стиха. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Смотрите, Бог говорит, что мы имеем богатство, славное наследие для святых, для всех нас. И как безмерно, то есть то, что измерить невозможно. Как безмерно величие могущества Его в нас. Не просто могущество Бога, Его могущество в нас, в наших сердцах, в наших жизнях. Верующих подействует державной силой Его. Не по бездействию, а по действию державной силы Его.
которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, и послушайте внимательно, тело Его – это есть мы, это есть Церковь Господа Иисуса Христа. Мы есть полнота, наполняющего все во всем. Вот это да. Который есть тело Его, то есть Церковь Его, полнота, наполняющего все во всем. Вот это Евангелие, живое Евангелие в каждодневной жизни. В ежедневии не живет. Мое